Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной видосик. Будем пробовать бить смотрителя уже на английском сервере топовым составом. Ну, видите, все в районе троечки набивают. Сейчас мы попробуем собрать состав. Я гляну, кто у меня есть на это дело с огненками. Так. Рино есть, Анубис. Сейчас попробуем с вами собрать. И заодно я хочу протестировать вот этого ворожея. Поставить ему девятую... Ой, говорю девятую. С уклонением попробовать против смотра, будет он попадать или нет. Так как у меня ворожей максимальный уклон фуловый. Интересно на это посмотреть. Так. Смотрим. Махатма. Рина девяточка. Так, сейчас еще глянем. У меня, в принципе, есть отражалка девятая эмблемами. Так. Давайте изначально поменяем этих героев. Фоба, землеройка и ворожей. Поехали. Я не буду ставить, у меня есть идея поставить девятые оживы на героев. Посмотреть, что будет, когда они будут оживать. Так, окей. Юзаем. Вчера дофига ролил, дофига чар переролил разным героям. Так, Фоба меняем. Вот такая вот у нас сборка. Он тоже неплохо собран на уклонение. Так, давайте его сразу же соберем. Эмблемой ставим оживу. Я надеюсь, у меня там девятых ожив хватит на героев. Конечно, размечтался. Так, Фоба у нас готов. На Фобу мы поставим для отхила питомца. Есть. Дальше следующий у нас будет ворожей. Здесь попроще, чем на русском сервере. Так, ворожей, ворожей, ворожей. Тоже ставлю оживу. Так, на отхил и меняем чарку. Отлично. Так, поехали дальше. Дальше у нас будет следующий герой. Это землеройка. Тоже у нас с уклонениями. Так, сейчас я пересмотрю. У меня где-то по-любому должны быть еще оживы, потому что это печально. Надо будет оживы собирать. Ну, оживы так просто не продают. Так, есть. Одна есть. А еще есть. Они просто не падают с ящиков. С мешков, точнее. Так, еще одна жива нашлась. Давайте сразу ставим. Сюда мы поставим... Тоже я ставлю всех питомцев, поставим вот так вот для уклонения, а вдруг повезет. Так, есть. Третий герой собран, поехали дальше. Смотрим по фракции, кто у нас еще подходит сюда. Подходит призрачный всадник.
Я его тоже, кстати, юзал. Так, Рина у нас девяткой. Кто у нас такой еще хороший есть? Троих мы собрали. В принципе, тут без разницы. Давайте поставим призрачного. На него тоже поставим оживу. Или давайте сначала сейчас я гляну Анубис, а чем у меня там Анубис? Блин, не хочется на Анубисе менять. Хочу вам сделать обзорчик. Ладно, без Анубиса обойдемся. Ставим Рину. Так, сюда на Рину мы ставим. Панчбокс опробуем. Плюс тоже оживу. Так, есть. 4 героя у нас собрано. Дальше пятым героем у нас будет 1, 2, 3, 4. Так, давайте подумаем. Здесь вот можно поставить, попробовать вариант. Здесь есть ожива. Поставим здесь огненку девятую. Так, ожива здесь есть встроена, если что. Здесь мы поставим кролика. Так, надо только чарку поменять. Хорошо, что я хотя бы на него не наролил. Асура. Уже где-то пропустил. Такс. Поменяли. 5 героев. И шестым у нас будет. Я поставлю этого призрачного. Можно было бы, конечно, Анубиса, но я не хочу там менять чару. Так, тут поставим. Тоже попробуем оживу. Правда, у нас нету девятой. Поставим такую оживу. Вот такой вот вариант, ребят, у нас будет. Так, этих питомцев поставил. Тут будет у нас Рудольф. Так, смотрим. Алтарь, давайте по питомцам посмотрим. Так, Рино, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все есть, поехали делать заход. Ну, а с вас, конечно, как обычно, лайк жирненький и подписка, кто не подписан. Так, Рино, и можно было бы, кстати, еще и Махатму поставить как вариант. Вот такой вот, ребят, у нас вариант. Героя, поехали, попробуем. Шанс слива, как обычно. Ну, я думаю, первую мы тут просто налегке затащим сейчас. Надо будет их поближе кидать все-таки. Посмотрим, что будет дальше. Ну, первый, это понятно, тут очень быстро все. Отлично. Второй заходит. Будем танковать. Давайте с ворожея. Ну, второй как-то тоже безболезненно проходит. Ай, блин, монофобию, по-моему, тоже не поменяли. Или поменяли чару, сейчас посмотрим. Но герои пока не проседают. Это радует.
По времени, в принципе, успеваем убить. Надо будет посмотреть, сколько у каждого смотра жизни на каждом левеле. Ради интереса, чтобы знать, ну, приблизительно на какой урон надо ориентироваться. Ну, почти убиваем за минуту 30. Так, хорошо, сейчас хочу глянуть на фобу, а то я что-то... Да, все нормально. Окей, поехали. Третий. Третий наш смотр. Смотрим. Ну, мисует, смотрю, по некоторым героям. Мисы какие-то выходят. Или это мои мисуют, или это он мисует. Но герои так не проседают, как на русском сервере. Здесь 30-е прорывы все-таки. Да, что-то, конечно, разница такая, русский сервер и здесь вообще просто бешеная. Ну, по сути, можно ставить там доспехи разные, они все равно у вас упрутся в потолок, если у вас хорошо прокачанные прорывы будут и герои. То есть без разницы, какой там первый, второй, третий доспех, он все равно в лимит упрется. Но ворожай вроде и не хилит у нас. Вроде пока идем впритык, не знаю, посмотрим, что у нас получится в итоге. А живо пока, как видите, бесполезно. Мои герои не пробивают, то есть питомцы отхиливают. А по времени мы, по-моему, не успеваем убить этого. Надо будет все-таки пробовать вариант ставить, увеличивать отражалку. Доспех доспехом, а отражалки надо побольше будет. Хотя, с другой стороны, тут, знаете, плюс-минус, стоит ли оно того или нет. Самое главное, оптимальный вариант состава. То есть, как видите, здесь герои даже не проседают. Но по времени мы, к сожалению, не успеваем. Да, секунд так 20 нам не хватает. Да, скорее всего, из-за того, что мисует по героям, отражалка не срабатывает. Скорее всего, так. Ну, покупаем шанс, пробуем добить его. То есть для того, чтобы выйти сейчас в топ, реально, надо, наверное, все-таки уклонение. Ну, у меня герои с уклонениями. То есть надо ставить героев, которые без уклона. Поехали дальше. Следующий наш вариант. Третий. Третий. Здесь мы сейчас увидим, сколько максимально мы реально урона наносим. Но, как видите, миссы, все-таки то, о чем я и говорил. Если у вас стоит огненная защита и уклонение,
она будет у вас частично срабатывать. То есть вот то, о чем говорилось, было изначально, было бы круто, если бы они сделали возможность ролла созвездий для каждого героя, а не для линейки. Точно так же, как и прорывы они сделали для каждого героя. Вот это был бы самый оптимальный и нужный вариант. Но, к сожалению, что маемо, то маемо. Сейчас посмотрим на результат в итоге. Да, миссы, конечно, конкретно проходят. Поэтому сюда надо брать героев, у которых там есть стойкость и прочее со звездиями, но никак не уклонение. Потому что уклонение, к сожалению, с одной стороны, на PvP локациях такие герои тащат, потому что от них отражает половину урона, плюс деф хороший, но с другой стороны, как видите, минус то, что они, отражалка не срабатывает всегда, если у вас много уклона. То есть приходится выбирать одно из двух. Везде за топом не угонишься, скажем так. Здесь герои даже не дохнут. То есть тут все, вся печаль в уклонении получается. Я думаю, лямов 100, наверное, набьем. Нет, сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Я не знаю просто, сколько у него жизни. Сейчас заодно и посмотрим. Мы где-то треть убили. Я думаю, лямов 100 хотя бы есть. Чтоб стыдно не было. Четыре, три, два, один. И итог. Итог. Всего лишь 77. Вот так вот. Вот вам, ребята, уклонение. До чего они приводят вместе с огненкой. То есть мы набили всего лишь 77, ребят. 77 миллионов. Ну, даже в топ-10 не попали, к сожалению. Ну, вот видите, где-то 1/5 урона у нас, а может и больше. Так бы мы два раза били бы здесь. Его просто не проходит. Соответственно, мы теряем время. Ну, вот так вот. Такой вот состав. Попробуем, попробую героями завтра, на которых не будет уклонения. Попробуем ими, возможно, будет результат получше. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.